Ребята, всем привет! Как вы уже знаете, у меня появился новый питомец. Это маленький хомячок. Сейчас я буду обустраивать для него домик. Мы купили ему вот такой вот аквариум. Он полностью стеклянный. Также к этому домику идет такая вот крыша, чтобы мой хомячок не выпрыгнул и не убежал. Это мы пока оставляем. Я буду смотреть, как Ксения будет все обустраивать. Или, наверное, я буду немножко пробовать. Полусидя. Сейчас я все покажу, что я купила для хомячка. Это вот такой вот маленький домик с окошком. Очень миленький. Такая вот мисочка для еды. Также мисочка для водички. Это специальные витамины, чтобы капать водичку. Также вот такой вот туннель с дырками. Так как хомячки везде любят лазить. Еще вот такое вот бревно. Оно тоже с дыркой. Хомячок там будет прятаться. Еще вот такой вот камень. Это тоже витамины. И вот такая вот еда. Для таких вот хомячков. Смотри, как он. У меня хомячок — это девочка. Я пока еще думаю, как ее назвать. Пока что он сидит в коробочке. Так, начинаем обустраивать домик. Сначала нам надо насыпать опилки. Ксения, давай я буду высыпать опилки. Тут уж вертайна. Толщина должна быть 15 сантиметров. Это 5 или 7 или 10. Измерим линейкой, я сейчас принесу. Сейчас мы измерим. Нет, еще надо. Вот здесь 15. Еще надо. Надо еще столько же. Вот у нас еще одна коробка с опилками. Засыпаем. Давай. Уже точно хватит. Ну что, опилки мы засыпали. Теперь будем обустраивать. Сначала домик вот сюда. Уголочек. И теперь другую. Не вон туда. Вот здесь вот покушать. И здесь попить. Теперь надо открыть камушек. Кладем внутрь камушек сюда. Теперь насыпем еду. Жалко, что не будет видно хомячка. Все. И надо принести водичку из фильтра. Так, сейчас мы нальем водичку. И накапаем витамин. Это уже наша одна. Раз. Два. Три. Все, теперь ставим внутрь. Наш домик готов. Потом я еще куплю колесо. Хомячок обязательно должен бегать. Заниматься спортом. Особенно девочка. Вот. Нася маленькая малышка. Я ее хочу назвать Кики. Да, Кики. Кики. Давай мы сейчас ее. Мы ее назвали Кики. Я боюсь. Видишь, она шипит. Она сейчас выпрыгнет. Ой. Она сейчас выпрыгнет. Давайте запускать ее в домик. Надеемся, ей понравится. Иди, какая. Ой. Осторожно. Идем. Ура! Как круто! У нее такая полосочка милая. Да, она такая милая. Все, это твой новый домик теперь. Кики. Привет, дядя. Что у нее там есть? Максик. Посмотрит, что у нее там есть. Интересненькое. Нужно колесико ей купить обязательно. Еще травку сена надо засыпать. Тут есть. У тебя там домик есть. Малышка. Ты такая миленькая. Все, теперь давай нюхай везде. Обустраивайся. А где она в туалет будет ходить? Где хочет? Да, где хочет. Они везде ходят. Ты такая малышка. Ну, я думаю, что... Я знаю, где она писает. Тут где? Да.
Она найдет себе где-то место одно. Да? В магазине сказали, что 10 дней нельзя ее трогать. Сказала, что маленьким нельзя ее В общем, сказали 10 дней ее не трогать, чтобы она освоилась. И потом только привыкла, и потом только можно ее как-то это... Потихоньку. Поэтому только смотрим, да, смотри, она сейчас будет осваиваться, только обустроиться смотреть, сюда, да? Найдет все свое. Вон там, видишь, пахнет ей, сапожок ее. Ну-ка, давай, давай. Макс, нет. Почему она сюда не залазит? Потом она будет везде играть. Все спряталось, бревнышко. Она там внутри сидит? Да, она моется. Вот, ку-ку, привет. Ку-ку, привет. Привет, Кики. 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 Малышка. Ты такая симпатяшка. Ты такая милашка маленькая. У тебя прям как пуговки такие, бусинки, глазки, бусинки торчат, черненькие. Прожубленные. Она будет ее грызть, наверное, да? Угу. И вот этот вот камушек будет грызть. Но она сейчас будет спать. Да. Они днем спят, а ночью шелестят. Она тебе будет шелестеть здесь всю ночь. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Вот так вот. Все, давайте крышкой накроем. Крышкой будем накрывать? Так, сейчас мы закроем крышечкой. Осторожно, потихонечку. Не так громко. Все? Вот. Здесь можно открывать. Угу. Это очень сильно шумит. А, это чтобы ее доставать или убирать, да? Да, чтобы не поднимать крышку целую. Можно вот здесь и все. Угу. И не трогать. Здорово. И закрывать. Так. Все, Кики. Добро пожаловать в нашу семью. Малышка. У нас еще два кролика есть. Но мы тебя не будем с ними знакомить, а то они тебя загрызут точно. Угу. Да? Надо мне. Ты у нас здесь будешь дома жить. Угу. Все, ты спряталась. Ты теперь не выйдешь оттуда, а? Сидит там, пока я кушать не захочу. Там столько всего интересного для них. Прям, да. Прям можно такой тут дом сотворить, прям замок целый. Столько всяких прибамбасов, всякие домики, лесенки. Даже такие... такая, как гамак. Да, гамак даже там есть, господи, там аж прям из кокоса домик, видела? Да, из кокоса. Из кокоса домик там все. Чего только нет. В общем, мы колесико обязательно еще купим. Угу. Что-то мы забыли, да? Но там такие большие колеса, прям очень большие, да, мне кажется. Для таких хомячков такой большой не нужен. У них прям сил не хватит, наверное, его крутить. Поэтому нужно какое-то колесико маленькое. Кики, наверное, немножко напугана. Она там внутри сидит. Она спряталась и не выходит. Да, она пока там сейчас освоится. Наверное, когда вы будете спать, она выйдет, покушает, попьет. Может быть, еще водички долить она достанет? Ну да. Покушать она найдет, кушать не переживай. Туда даешь ей. Найдет она, кушать захочет, выйдет, будет искать. Так вот. Ну что, ребят, не будем беспокоить нашего хомячка. Ставьте лайк, если вам понравилась наша Кики. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока!